Ритуал на похудение, на спичке. Это один из моих самых любимых ритуалов. На похудение. Зажигаем спичку любую. И говорим: ты безупречно тонка и стройна. Вот догоришь, и я таким же стройным и тонким буду, как ты была. И зажигаем спичку. Да, она догорит, ритуал уже окончен. Часто можно делать сколько угодно. Ведь каждый день. Если спичка не догорела, ну просто повторите. В данном случае не догорела. Надо говорить, что лучше сперва сделать ритуал на снятие порчи на ожирение. Если вы думаете, она редко, я могу сказать, что очень у многих. Вот эта нездоровая полнота такая у людей, это практически у всех порча. Еще раз. Ты безупречно тонка и стройна. Вот догоришь, и я таким же тонким и стройным стану, как ты была. Ты безупречно тонка и стройна. Вот догоришь, и я таким же тонким и стройным стану. Я точно тут у многих порча на ожирение во всем.